Доброе утро. О событиях на Южном Урале в программе «Вести Магнитогорск». Сегодня станет известно имя кандидата на пост главы Магнитогорска, которого будет поддерживать металлургический комбинат на выборах в марте 2005 года. Озвучит это заявление на внеочередном общем собрании акционеров генеральный директор предприятия Виктор Рашников. По данным независимых источников, главный кандидат на должность градоначальника, директор по финансам и экономике комбината Евгений Карпов. Акционеры комбината также примут решение о выплате дивидендов по результатам работы 2004 года. В этом году бюджет Челябинской области достиг цифры в 37 миллиардов рублей. В сравнении с прошлым годом рост составил 140%. Накануне Петр Сумин принимал журналистов со всей Челябинской области. Отчитывался о проделанной работе. Темпы роста солидны, практически во всех сферах выше среднероссийских. Главное достижение – промышленное производство. По итогам года подкачало лишь сельское хозяйство, однако на то есть объективные причины – засуха. Экономические взаимоотношения с городами и районами областной центр будет выстраивать по тем же принципам – в обиду не даст. Если есть нужда, обещал помочь, даже зажиточным по меркам Южного Урала магнитке. А в Агаповском районе праздничные гуляния начинаются уже сегодня. В 10 часов утра в торжественной обстановке откроют новый досуговый центр для детей и спортивный городок. Администрация района старается создать ребятне праздничное настроение. Обязательно на открытии будут Дед Мороз и Снегурочка. Организаторы обещают сюрпризы и подарки. Роль Снегурочки на себя примеряет каждая девочка, но работа это сезонная. Сегодня некоторым девушкам приходится осваивать далеко не женские профессии. Каждое утро Наталья заряжается хорошим настроением на долгий рабочий день. Красит и без того длинные ресницы. На работе 19-летняя арматурщица вот уже год ловко и умело вяжет стальную проволоку. На одну ступеньку у расторопной девушки уходит не больше 2 минут. На конструкцию посложнее, балки или колонны – полчаса. Есть и персональный рекорд – 240 квадратных метров за одну рабочую смену. А это площадь 6 двухкомнатных квартир. Конечно, сложно. Она пришла совсем молоденькой девочкой. После школы. 3 испытательных месяцев хватает новичку, чтобы научиться разбираться в самых сложных чертежах, а заодно проверить, твоя ли это профессия. В детстве Наташа хотела стать учителем. Планы нечаянно нарушил папа, который устроил дочь на лето поработать. На лето пришла просто. Интересно как-то стало, так на объекты выезжать начали. Я вообще как-то не знала, что раньше как-то бетон, потом арматура, потом что-то заливается. Ну и все, и как-то осталось, пошла попробовать в строительный колледж. Новый год вязальщица проволочных конструкций планирует провести с друзьями за городом. Есть и более серьезные планы – поступить на архитектурно-строительный факультет. Александра Рожкова, Ольга Беличенко, Алексей Гондаренко, «Вести Магнитогорск». Поменять стиль и примерить на себя в новогоднюю ночь необычный образ, советует наш специалист. Так как год зеленого петуха, то, конечно, рекомендуется, чтобы в макияже присутствовали зеленые оттенки. Зеленые оттенки есть разных и холодные, и теплые, поэтому любому цвету глаз можно подобрать любой зеленый оттенок, независимо от того, какие глаза – коричневые, голубые или зеленые. В этом сезоне и на Новый год модно не только экстравагантные макияжи, какие-то такие сверхъестественные, подиумные, но также и те женщины, которые любят обычный классический макияж, он также подходит. Губы должны сейчас модно натуральные, но обязательно, чтобы они были с блеском, влажные. Ни в коем случае не матовые. А более смелым, экстравагантным девушкам и женщинам я советую добавить в губки немножко зеленых блесточек, так как у нас наступает все-таки год зеленого петуха. И, милые дамы, будьте счастливы и красивы. На очереди информация Центральной диспетчерской службы города «Жилкоммунсервис». С 9 до 17 планируется отключение холодной воды по адресам Бехтерева, Тимирязева, Белинского, а также Ушакова, Ленинградская и проспект Ленина. С 8.30 до 17 отключается горячая вода проспект Ленина, Ворошилова, Труда и Ленинградская. С 9 до 12 не будет электроэнергии, улица Свободы, Блюхера и переулок Мурманский. Прогноз погоды через несколько секунд. О новых событиях 20.30 на канале «Россия». Всего хорошего! Новый год – самый удивительный праздник. Это самый яркий и звонкий, самый вкусный и ароматный праздник. И я хочу
пожелать магнитогорцам, чтобы 2005 год был для них самым добрым и мирным, самым успешным и самым удачным. Мечел Банк многие называют семейным банком. И я хочу пожелать магнитогорцам уюта, добра, любви в ваших семьях. С Новым годом, с новым счастьем! Уважаемые магнитогорцы и гости города, от имени российской государственной страховой компании поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть 2005 год будет добрым и счастливым. В новом году желаю младшему поколению отличных зданий, старшему поколению повышения благосостояния, любовь и заботу ближних, труженикам города успехов в труде и достойной зарплаты, водителям безаварийной езды. Дорогие магнитогорцы, от всей души желаю вам здоровья, счастья, любви и уверенности в завтрашнем дне. Спонсор прогноза погоды – Челиндбанк. Челиндбанк – ваш надежный партнер. Сегодня в Сибае снег до 4 градусов мороза. В Верхнеуральске – 2 градуса выше 0. В Белорецке – минус 1, минус 5. В Абзаково 4,6 градусов ниже 0. В Магнитогорске снег, слабая метель, на дорогах гололедица. 4,6 градусов мороза.